Друзья, всем привет! Вы на канале Екатерины Гришиной. Сегодня у меня будет продолжение моей темы «Уходовая косметика». В прошлой первой части я рассказывала про уход за волосами. В этой части я хотела бы продолжить. Уход будет в этот раз за лицом и телом. Начну с двух замечательных средств, которые называются Avon Care. Такой вот для тела. Очень мне нравится он, этот лосьон, своим приятным ароматом, таким сладковатым немножко. Действительно, на самом деле, немного выравнивает тон кожи, если использовать достаточно долгое время. Хорошо очень увлажняет, содержит витаминный комплекс и подходит для всех типов кожи. Вот такой лосьон. И еще один лосьон, который мне тоже очень нравится. Тоже серия Avon Care. И этот лосьон уже с ароматом лаванды. Он также очень хорошо увлажняет, очень хороший оставляет аромат на коже. И действительно способствует такому какому-то успокоению. Очень хорошие вот эти вот два средства. У меня имеется вот таких вот два тоже очень хороших геля для душа. Один это из серии «Чистая линия», и другой это вот такой гель для душа, который я покупала в магазине «Вкусвилл», или еще и «Избенка» называется тоже, это в принципе одна и та же сеть. Гель для душа с персиком не содержит содиум лаурилсульфата, здесь тоже очень хорошие входят компоненты в состав, с экстрактами, с какими-то увлажняет, очень хорошо увлажняет, очень приятный аромат персика, прям такой душистый. Скоро он у меня уже пойдет в пустые упаковки, потому что уже практически я его допользовала. Очень-очень приятный, прям такое ощущение, как будто какое-то персиковое желе, персиковое варенье, персиковый компотик. В общем, что-то такое очень приятное. И также еще очень хороший вот этот вот гель для душа «Чистая линия» тоже с листьями черной смородины. Здесь в самом деле есть какие-то полезные какие-то экстракты сюда входят. Написано, что повышает упругость и тонус кожи, обновляет и разглаживает. Гель только-только, в принципе, начала использовать, потому что мне хотелось закончить вот этот гель с персиком. Аромат, конечно, очень насыщенный, очень такой прям сочный. Действительно, прям аромат лета. Очень-очень-очень приятный, мне нравится. Это вот что касается, наверное, средства для лица, для тела практически все. Ну, как бы не хочется долго затягивать видео, поэтому хочу перейти сразу к средствам для лица. Здесь вот у меня на столике стоит вот такой вот крем-актив, который я уже показывала в одном из своих видео. Этот крем-актив, он, в принципе, предназначен для проблемной кожи. Сюда входит цинк, сюда входит, по-моему, чайное масло чайного дерева, если я не ошибаюсь. Против прыщей написано. И также он помогает решать проблемы с сухостью кожи. Вот здесь вот написано, да, правильно, я не ошиблась, чайное дерево, цинк. И также здесь есть алоэ вера. Очень хорошо действительно помогает решать какие-то незначительные проблемы с кожей. С удовольствием его давно уже достаточно использую. Действительно не сушит, не пересушивает кожу. Действительно хорошо матирует. Действительно при этом увлажняет. Подходит как средство под макияж, также и как ночной уход. В общем, средство очень хорошее. Также здесь у меня лежит вот такой... Средство быстрого действия, которое от черных точек. И также устраняет какие-то воспалительные процессы. Сюда входит салициловая кислота. И сюда же входят еще какие-то смягчающие компоненты. В общем, для проблемной кожи подходит очень хорошо. Я его использую даже не только на лицо, а, как я уже в одном видео говорила, я также его люблю использовать и на какие-то... Средства, когда от депиляции, бывает, что вырастают какие-то волоски в кожу и возникают на этом месте воспаления, также тоже очень хорошо их устраняет. Ну, запах немножко рисковат, немножко спиртиком отдает, но, в принципе, неплохое средство. Также я начала давно уже использовать вот такие вот два продукта компании Faberlic.
Один из них для роста ресничек предназначен. Какой-то из них здесь, я не помню, посмотрю. Нет, это вот для бровей. Для роста бровей. И второе средство такое же, с другим составом. Вот такое вот для питания ресничек. Сюда входят растительные компоненты. Сейчас долго рассказывать. Оставлю ссылочку, где я подробно показываю состав данных средств. В общем, могу сказать, что сюда входят растительные компоненты разные, масла. И действительно замечен результат. Мои ресницы стали заметно длиннее. Они стали заметно ровнее. На них после того, как вечером вы нанесли эти средства, днем лучше ложится тушь. На реснички я заметила, если я не наношу вечером, то тушь ложится хуже. В общем, могу сказать, что на бровях я результата не заметила. Ну, видимо, там посложнее как бы решать проблемы. А вот что касается с ресницами, результат есть. И я очень советую, если кто-то еще не пробовал, они достаточно... В принципе, бюджетную цену имеет, где-то в районе 250 рублей, так что советую вам приобрести. Для лица из очищающих средств у меня вот такие два. Из серии «Чистая линия Натура», 100% органическая косметика с алоэ вера. Очень хороший гель мицеллярный, очень хорошо очищает, очень хорошо увлажняет, очень хорошо. Тоже оставлю ссылочку, я показывала подробно состав данного средства. Можете посмотреть там, где я про него рассказываю. Вообще про всю линейку «Чистой линии» там будет. Это мои покупочки, там видео про покупки. Могу сказать только то, что гель очень хорошо действительно справляется с проблемой сухости кожи. Очень хорошо снимает макияж, загрязнения, и также даже подходит для снятия макияжа с век. Я прям даже интенсивно массирую веки, потом смываю. Вообще ничего не сушит, не щипит. В общем, классное средство, советую. Если где-то что-то вы снимали мицеллярным лосьоном, но недостаточно завершили очищение, очень хорошо подходит потом этот гель. Также вот такой матирующий очищающее средство, крем-гель для умывания компании Dove. Сюда тоже входят растительные компоненты, и эта умывалочка очень хорошо подходит для комбинированной кожи. Насчет состава могу сказать, сейчас содержит гамомелий свержинский для нежного удаления загрязнений избытка кожного сала для комбинированной склонной к жирности кожи. Вот здесь написано. И тоже советую данный крем-гель. Он у меня тоже скоро уже пойдет в пустые упаковочки. Вот так вот он выглядит изнутри. Очень-очень приятный крем. Для умывания тоже советую вам, если кто не пробовал, прямо от души, действительно, данное средство. Так, это вот что касается умывалочек. Дальше у меня идет два замечательных скраба от компании «Чистая линия». Один из них я показывала, опять же, в том предыдущем видео, на которое я вам дам ссылочку. Обязательно посмотрите. Не буду сейчас долго задерживаться на нем. Это вот такой замечательный очищающий скраб. Тоже 100%. Здесь написано натуральный. Да, глубокое очищение бережно удаляет с поверхности кожи отмершие клетки, выравнивает поверхность, успокаивает, уменьшает раздражение, покраснение и смягчает. Да, здесь есть ромашка, абрикосовые косточки. Если я не ошибаюсь, я как-то в составе сейчас не нахожу, но мне кажется, что сюда еще и абрикосовое масло должно входить. Дело в том, что оно очень хорошо смягчает это средство кожу. Просто великолепно справляется со своей задачей очищения и смягчения. И также следующее, это уже другой такой скраб 3 в 1. Здесь тоже... Очень хороший составчик. Ну, вот то, что написано, устраняет черные точки, матирует, улучшает цвет лица. С маслом ши, цинком. И очень хорошо справляется со своей задачей. Не знаю, как насчет 3 в 1. Почему написано 3 в 1. Это средство я использую как скраб и как маску.
То есть я делаю так. Я сначала наношу на лицо тонким слоем данное средство. Немножко в этот момент скрабирую. А потом после этого я оставляю, так как здесь написано на несколько минут. И просто на 3-5 минут после этого смываю. То есть получается у меня такое двойное действие. В принципе, можно использовать просто как скраб и сразу смывать. И также и просто использовать как маску тоже. Вот такое вот оно. Не знаю, как сейчас у меня получится или не получится показать. Да. Скрабирующие частички даже незаметны вообще. То есть настолько нежное воздействие оказывает на кожу. Но они чувствуются, они просто белые, эти скрабирующие частички, но они есть. И потом просто как такая глиняная получается масочка. Очень-очень хорошее средство. Тоже всем советую его попробовать, если у кого-то будет возможность. Я покупала и в фикс прайсе за всего лишь 50 рублей. Вообще смешная цена, я считаю. Очень-очень хорошая. Переходим теперь к уходу маскремов. У меня вот такой есть матирующий крем Clear Skin. Очень хороший крем. В своем составе содержит матирующие частички. Также есть солнцезащитные фильтры, экстракт гамомелиса, экстракт эвкалипта, что способствует сокращению пор и блеска. Тоже очень хороший легкий кремчик. В общем-то, пользуюсь им с удовольствием и летом, и осенью. Мне нравится его использовать. Также еще вот такой есть у меня крем «Чистая линия». Это у нас тоже для увлажняющий крем, для комбинированной, для нормальной кожи. Очень приятный аромат, очень хорошо увлажняет. Матирование не очень заметное, как у данного крема «Чистая линия». Здесь, конечно, матирование более заметное. Но этот крем тоже, поскольку содержит в своем составе алоэ и василек, тоже очень-очень хорошо подходит для данного типа кожи. Также у меня есть еще вот такой увлажняющий крем компании Avon Nutra Effect. Использую его я, правда, достаточно редко, только где-то по весне, он может быть. Он постепенно принимает такой вид загара. И тоже очень хороший оказывает увлажняющий эффект. И также такой незначительный получается чуть-чуть цвет. Освежает и придает небольшой незначительный загар. Его можно, в принципе, использовать и под макияж, можно и как просто самостоятельное такое средство. Тоже хорошее. Дальше у меня еще будут маски кое-какие. Забыла еще сказать про одну маску. Это вот, в принципе, я распробовала. Мне она сначала не нравилась, эта маска. Замечательная маска компании Avon In You Ultimate. Это золотая маска наша с частичками золота. Компания Avon выпускает. Да, мне не нравится, в принципе, здесь очень резкий запах спирта, но эффект мне после этой маски понравился. Действительно, подтягивается кожа, действительно, она становится более очищенная и какая-то такая более свежая. В общем, маска хорошая, действительно, хорошая маска. Дальше, также после данные масочки я очень люблю использовать вот такой дневной крем. Это тоже и New Ultimate, или Ultimate, как правильно, наверное, Ultimate. Тоже очень хороший кремушек дневной. После этой масочки очень хорошо он подходит. Подтягивает кожу, хорошо смягчает, хорошо увлажняет. И также вот такой ночной крем тоже из этой же серии. Иногда его использую. Очень мало у меня, как видите, ушло. Я, в принципе, как бы крема такие вот с силиконами не очень люблю, поэтому они у меня используются в основном только в какое-то такое время года зимнее. Но про эти крема я уже говорила неоднократно. Они действительно из этой серии мне нравятся больше всего. У них на самом деле есть омолаживающий эффект. То есть его, пока пользуешься, очень хорошо видно. Также еще очень хорошее средство, система ровный тон и укрепление для век.
Как видите, здесь вот такие вот два раздела есть, наносится на веки и наносится под глаза. Вот я, как видите, использую. Мне оно нравится, оно очень хорошо разглаживает, оно очень хорошо подтягивает. В принципе, насчет что-то там осветления я не заметила, но как уходовое средство, что на ночь, что днем, в принципе, использовать я его люблю. Есть еще точно такая же система у меня для век. Вот лифтинг и укрепление тоже очень хорошее. Многие знают, что очень хорошее средство. Также использую его. Здесь тоже, как видите, оно двойное. И под глазки наносится, и также на верхние века. Также из этой же самой линеечки у меня такой крем для век. Ой, вернее, для лица есть ровный тон и укрепление. В принципе, крем просто дает хорошее увлажнение. Не заметила никакого выравнивания тона. Единственное, что он очень легкий, потому что это крем-гель. И вот такой тоже из этой же серии InYou Clinical Lifting. Крем, не могу сказать, что он мне сильно нравится. Мне не нравится его аромат. Я знаю, что у него много поклонников, но сама крем я этот не очень люблю из-за вот этого вот неприятного аромата. И также вот не нравится мне ощущение при смывании, когда смываешь, когда потом умываешься, на коже как будто пленочка какая-то образуется. Очень хорошее, люблю вот это вот, прям люблю очень вот это вот средство, сыворотка с гиалуроновой кислотой, неоднократно про нее рассказывала, очень хорошее дает увлажняющее действие, очень хорошо выравнивает кожу, она становится такой гладкой, заметен такое вот ощущение, что кожа увлажнена вот этим вот в составе глицерином с гиалуроновой кислотой. В общем, здесь очень такая глицериновая такая субстанция, собственно, которая и дает вот такое вот ощущение смягчения на коже. Использовать можно и отдельно, использовать можно также и с каким-то дополнительным средством. В общем, кому как больше понравится. Мне вот нравится просто как такое самостоятельное средства использовать. И также еще очень хорошая такая вот эмульсия, эликсир. Очень хорошее такое средство, которое нужно взбалтывать. Оно такое трехфазное, двухфазное. Здесь очень много масел в составе. Единственное, что использую я его не очень часто. И после вскрытия его можно хранить только 12 месяцев. У меня, по-моему, уже 12 месяцев вышло. Я даже не знаю, использовать его или нет. Из-за того, что средств очень много, оно у меня не очень хорошо расходуется. Очень хорошее средство в плане ухода для кожи, если вы используете под макияж, очень хорошо оно себя ведет на коже, не скатывается ничего, очень хорошо увлажняет, питает, сразу прям впитывается, очень хорошо ложится вообще любое тональное средство и очень хороший положительный эффект. Так, что вам еще показать? У меня здесь остались маски, которые я сначала не хотела показывать, а сейчас решила, почему бы в общем-то все не показать. Очень непонятное для меня действие оказывает вот эта маска питательная. Зеленая олива. Вообще, насколько я увидела, в составе очень много химии, очень она химозная. На мой взгляд, очень резкий аромат у нее. Она вот, в принципе, чем-то схожа, как вот такой вот жидкий крем по составу. Если ее просто нанести на кожу и оставить на какое-то время, потом смыть, можно просто не пользоваться после этого кремом. Вот видите, она какая. Так, дальше две такие замечательные маски, которые я люблю использовать. Очень тоже хорошая, и та, и другая. Одна из них очень хорошо подтягивает, у нее подтягивающий эффект имеется. Это вот такая вот антивозрастная Avon Care маска для лица, она с коллагеном и эластином. Действительно очень хорошая маска. Я бы советовала вам ее попробовать, если вы еще не пробовали. Также вот такая вот маска, которая, в принципе, для меня не оказывает никакого особого эффекта. Это просто хорошая, очищающая, на мой взгляд, с коалином маска. Ну, в принципе, масочка неплохая. Также еще очень люблю использовать после какого-то хорошего очищения кожи вот эту вот маску, которая мне холодит кожу немножко. А потом у нее почему-то наоборот какое-то разогревающее действие получается. Очень хороший освежающий эффект, увлажняющий и в то же время смягчающий. И также вот такой вот
Тонизирующий скраб, тоже очень его люблю. Осталось у меня уже прям чуть-чуть, уже скоро в пустые упаковки пойдет. Очень хорошо скрабирует, очень хорошо его использовать как два в одном даже можно, и как маска, и как скраб Планета Спа с Сияние Востока, с экстрактом белого чая. Очень-очень хорошая масочка тоже. Советую, в принципе, ее. И также еще вот такие вот две масочки осталось. Превосходное очищение с минералами Мертвого моря. И из этой же серии превосходное очищение. Это гаммаж. Скатка. Тоже очень хорошая штука. Вот эта скатка просто великолепная. И также превосходное очищение. Очень приятный аромат. Такой прям какой-то... Я даже не знаю, на что он больше похож. Не могу сказать, но аромат прям вот очень приятный. Я даже не знаю, на что он похож. Мне очень нравится. Я прям, можно сказать, какое-то релаксирующее ощущение прям вызывает с минералами Мертвого моря. Вот прям вот как будто бы действительно какой-то морской аромат. Очень хорошее очищающее действие оказывает эта масочка. И люблю ее использовать периодически. Здесь каолин тоже, глицерин, бетаин. Какая-то кремниевая кислота. В общем, не знаю, что здесь. Тут вот и цинка есть, оксид, и морская соль вот в конце, и минералы Мертвого моря. Ну, как обычно, прям да где-то далеко. Еще совсем забыла сказать вот про эту скраб-маску. Она вначале очень сильно щипит кожу. Если кто-то будет брать, просто не пугайтесь. Она сначала прям жгет, щипит. А потом через какое-то время этот эффект проходит, и после этого уже можно спокойно оставить маску на лице, буквально через где-то 3 минуты ощущение возвращается в нормальное. После этого кожа просто безупречная, очень очищенная, очень мягкая, приятная на ощупь. И надеюсь, что поможет от каких-то кожных проблем, будет хорошо очищать, предотвращать появление вот... черных точек. Это трехфазная такая система компании Faberlic Expert с кислотами. Очень хорошая линейка. Люблю ее использовать в осеннее время года. И использую я ее через день. Шаг А и шаг Б я комбинирую день одно, день другое. И также заканчиваю это все каждый раз вот этой вот шагом С. Очень хороший крем из этой линейки с солнцезащитным фактором 8. Очень хорошо смягчает, очень хорошо убирает раздражение на коже. Эффект, в принципе, очень щадящий такой. Пилинг получается кислотный, поэтому его можно совершенно спокойно использовать даже, мне кажется, с любой кожей, в том числе и чувствительной. То есть эффект действительно такой легкий, щадящий пилинг. Я думаю, что для любого практически подойдет, тем более, что там написано в аннотации, как для разного типа кожи, для разной проблемы, для разного возраста можно использовать. Тоже вот сейчас поставила себе в использование, буквально вот со следующей недели начну эту систему. И также, конечно же, не могу не рассказать про вот этот вот замечательный тоник для лица с розовой водой. Очень-очень хороший, очень хорошо смягчает, увлажняет, очищает. Больше как, конечно, такое увлажняющее действие я его использую. Ну вот и на этом, пожалуй, все. Если видео оказалось полезным, интересным, пожалуйста, оцените его. Подписывайтесь на канал. Буду рада, если вы напишите свои комментарии к этому видео, свои пожелания. И также, если вам интересна такая тема, которую я начала вести только недавно, пожалуйста, тоже расскажите об этом впечатлении в своих комментариях. Я буду знать, стоит ли мне продолжать подобную тему в будущем или не стоит для вас. Могу показать еще средства для макияжа. Ну и на этом, пожалуй, все. Я заканчиваю. Желаю всем хорошего настроения и крепкого здоровья. Всем пока. До новых встреч, до новых видео. Пока-пока.